Сергей Рябухин начал выступать, не дожидаясь вопросов, словно понимал, чего от него ждут. Прежде чем затронуть актуальную тему поправок в Конституцию, доктор экономических наук подвел итоги пленарного заседания Совета Федерации. Речь шла о корректировках федерального бюджета. Так, на поддержку классных руководителей в государственной казне заложили порядка 25 миллиардов рублей. А то, что за наставничество нужно доплачивать, говорил президент в своем послании парламенту. В стране 800 тысяч классов. Значит, в потенциале надо 800 тысяч классных руководителей. Средняя цифра классной доплаты на классное руководство приблизительно 5 тысяч рублей. Но очень правильно ставят северные регионы. Нельзя же уравнивать классное руководство там на юге или там на севере. Поправки в Конституцию Рябухин поддерживает и не скрывает этого. По его мнению, страна давно требует социальных перемен, которые должны быть закреплены в основном законе государства. Федеральный гость вспомнил 93-й год, когда участвовал в конституционном совещании, привез тогда из Ульяновска в Москву 200 инициатив. Многие приняли, некоторые отвергли. Правда, сейчас проигнорированные 27 лет назад предложения наконец-то могут войти в Конституцию, говорит Сергей Рябухин. Даже если придет, вот сейчас придет другой президент, который не разделяет социальные политику нынешнюю вот власти, он будет обязан, конституционно обязан вот выполнять вот эти подходы, вот этот тренд, вот эту парадигму. Это очень важный такой ответственный шаг, и я считаю, что вот надо всем нам это понять. Согласен Сергей Рябухин и с политикой предстоящего голосования, когда на суд общественности выносится не каждая отдельная поправка, а полный пакет. Поэтому я считаю, что вот эта конструкция плебисцита, когда участвуют все, после того, когда общественная палата, общественные партийные организации, там принимали представители КПРФ, левого движения, правого движения и так далее, все в комиссию входили представители, причем самые такие интеллектуальные элиты. Вот они высказали позицию всех слоев, всех политических настроений. Всенародное голосование за поправки назначено на 22 апреля. Сергей Рябухин отметил, что из-за пандемии коронавируса референдум могут перенести на более поздний срок. Рената Леулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.